Ребята, а впереди у нас образовался большой тоннель, а лаги не уходи с головой. Тоннель у нас осторожней, осторожней, осторожней. На кого же доброшится? Привет, дедушка, разве это не только привет,
Привет, снеговик. А я не просто снеговик, девочка, я снеговик снега-прыга. Снеговик снега-прыга? Да. Это что ты делаешь? Вот так ногой прыгаешь? Это я знаю танец. Вот вы со мной танцуете? Да! Я вам уже не покажу, сделаем флешмоб. Ну ладно, ребята, не хочется сумки отдавать, придется танцевать. Показывай свои движения. Делаем снежочки. Делаем снежочки, комочки, вот такие. Это простое движение. Потом раздаем снежинки. Потом раздаем снежинки. Молодцы. О, я думаю, потом, наверное, делаем нос морковкой. Да? Давайте, наверное, носочек можно. Можно, можно. О, а можно мое любимое движение еще, пожалуйста, одно? Вот такое, пяточки-носочки делаем. Девочка, я не против, но давай хотя бы после одного такого современного. Что ну, смотри, знаешь такое? А, да, я знаю. Я видел это в ТикТоке. А еще варианты, дедушка? А, тук-туки. Ребята, скажите, может, наконец? Где? Откуда движение? ТикТоки. Точно, с ТикТока. Повторяем движение. Очень просто. Смотри,
красный, такой же яркий, такой же прекрасный, как наш дракон! Ура, друзья! Всех-всех с наступающим новым 2024 годом! И мы знаем, что 2024 год будет особенным и очень важным для вас. И мы со Снегурочкой приглашаем вместе с нашим драконом отправиться в сказочное путешествие. То путешествие 2024. Новый год. Все в поезд за Снегурочкой. Все встаем. Отправляемся в путешествие. Все. Вместе с нашим драконом. Отлично. Держимся. Все получилось. Спасибо, ребят. Проходите, присаживайтесь на свои места.